Друзья, об этой страшной трагедии сегодня вечером уже сообщат в первом выпуске новостей на Первом канале. А вы подпишитесь на наш канал, чтобы первыми узнавать, что же на самом деле происходит в российском шоу-бизнесе. Сегодня рано утром с серьезной травмой руки в больницу номер 25 города Москвы попал известный российский телеведущий Андрей Малахов. Как оказалось позже, травму он получил в результате падения со своего велосипеда. Каждое утро Андрей Малахов недалеко от своего дома катается на велосипеде. Как это все произошло, пока что неизвестно. Известно только то, что девушка, которая проходила рядом с местом происшествия, оказала ему первую медицинскую помощь. Она оказалась врачом, после чего она вызвала скорую. На данный момент Андрей Малахов находится в больнице, где ему уже оказана медицинская помощь. Будет ли он госпитализирован, пока еще неизвестно, но мы следим за этой ситуацией, друзья, и уже в следующем выпуске обо всем более подробнее расскажем вам. До скорой встречи на нашем канале, друзья!